А где зайти можно? Да, не пускают вообще никого. А что? Ну, не знаю, перекрылись. Алло. Как же зайти? Алло, Женя, сегодня треша есть, да? 15 числа. Прикинь, короче, перекрыли все ходы, никого не пускают. Тест уже, там, так охранник говорит, что никому нельзя, типа. Ну да, мы тут стоим через парковку. С Андреваном. Да. Сейчас. А дальше? Ну, пожалуйста. У меня прокат, никого не пускают. А что случилось? Это же тренировка сейчас проходит. Это ж открытая территория, ж не частная. Женя, короче, он даже не хочет брать трубку, говорит, что никого не взять. Что? Сегодня не для гульни. А что такое? Вот не знаю. Потом все узнаете сами. Ну это ж муниципальная территория, не частная. Я понимаю. Она принадлежит городу. Сегодня здесь. Я ему уже 10 раз сказал. Возьмите, поговорите, пожалуйста, с тренером. Еще типа понял. Он просто ушел. Нам будет типа фокус порекомендовать там. Блин, ну чувак, типа стрифтрок, он, короче, с этим со штором еще хорошо. Сейчас придумаем. Давай. Вам в центр, да, надо, да? Да, у нас там тренировка, тренер. Я так понимаю, что тренировка накрылась. Да не, мы сейчас через забор подойдем. Ну правильно. Ну да, в этом год там тоже как место было вообще. Да что-то рассказывает, говорит, никого пущать не велено. Почему а пущать что, не какая велено? Какая причина? Ну да, выиграл. Сегодня не сайт. На понедельник же выходной. На территорию не пускать. Ни на тренировки, ни вообще, не гулять, ничего. Да, большая причина, очень серьезная. Потом вы все узнаете, я не могу вам ничего сказать, потому что не поверю. А кто приказал такой? Ну, начальник же у него есть. Не, ну понятно, а начальнику интересно. Тоже начальник приказал, а тому начальнику. Ну я. Президент позвонил, сказал. Мы нет, можем позвонить. Давайте мы позвоним. Давайте начальнику вызовем. Какому начальнику? Ну кто запретил? Закрывать все ворота. Ну вы скажите, кто приказал. Вы скажите, кто приказал. И мы вас трепать не будем, пойдем мы разбираться. Не будем вас вам-то зачем оно? Вам зачем не приятно? Система свойства, понял, типа команды там мужички распределялись и типа понял баллы. А вон баллы. Еще у вас женщина вот. Сказали, что никого не пускали. У меня был, да, но. А кто сказал? Директор ДК или ваш начальник? Наше начальство, наше руководство. Это нам надо звонить, не пускают в парк. Да, да. Так мы же еле прошли тоже, да. Пустой парк уже. А почему они не объясняют? Все нормально же, да, то есть. Да. Приехал какой-то. Кто-то приехал. Какая-то эта падла, которая никому не нужна. Понятно.